Стартовый день 25-х республиканских зимних сельских игр оказался сверхнасыщенным. Соревнования по 10 видам спорта начались с первыми алнашскими петухами и продолжались почти до полуночи. А самый первый результат судьи зафиксировали на баскетбольной площадке. Женская сборная Алнашского района уверенно обыграла гостей из Увы. Конечно, настрой вообще очень весело и настроение всегда хорошее. На играх. С боевым настроем на алнашских аренах соревнуются почти 1000 атлетов-селян. Для них это настоящая олимпиада. Как не восхититься дуэтом лыжниц из поселка Ярк, которые в командном спринте оказались самыми возрастными среди соперниц, но пробились таки в финал, и это уже победа. Там молодые у нас в районе, там мы за район выступали, уже объявляли, у нас возраст 98 лет, вдвоем мы сбежали. Одной 38, но мне вот, сами посчитайте, сколько уж получается. Ну, считаю, что в таком возрасте 11 место занять, ну, неплохо. На лыжне было особенно жарко. Сельские атлеты показали быстрые секунды. Что неудивительно, в Алнашах теперь есть вот такая новая современная лыжная база. Ее построили специально к открытию зимних сельских игр. Сотни любителей лыж в маленьком райцентре тренироваться теперь будут с комфортом. Главное, она появилась до сих пор, потому что у нас даже какого-то приспособленного места, как бы лыжная база не было. Поэтому мы очень рады. Как вы раньше-то обходились? Ну, раньше обходились, вот где-то за лыжной базой есть будка на санях. Вот там те, кто занимается, переодевались и занимались. А вечером все участники и гости игр поспешили на стадион. Там прошла яркая и креативная церемония открытия сельской олимпиады. Для лучших сельских спортсменов Удмуртии состязания продлятся еще 2 дня. Республиканские игры для них – шанс показать свою силу и ловкость и прославить свои районы. А главное, соревнования в Алнашах удачно вписались в мероприятие «Года здоровья», которое объявлен в регионе. Чтобы за здоровое население бороться, это не только больницы, поликлиники и диагностическое оборудование. Это в первую очередь, что называется, на входе, когда человек еще не болен. Это профилактика, это популяризация здорового образа жизни. Поэтому у нас в Удмуртии все для этого есть. И еще раз повторюсь, сельские игры – основа здорового образа жизни и года здоровья. Торжественное закрытие игр в субботу. Дмитрий Барановлин, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». С язычком бачим в ормон.